Второе место на Кубке Санкт-Петербурга занял подающий надежды спортсмен Саша Черепахин. Давайте посмотрим на его выступление. Так, мой спортсмен. Санек Черепахин, да, Дима? Ты как вообще, переживаешь за своих? Всегда переживаю. Это больше, чем самому, когда прыгаешь. Ну, кажется, что проще встать, да самому прыгнуть этот прыжок, чем смотреть и переживать, как он сделает. Тот же самый, что и Миша. Так, смотрим. Санек, давай. Начало хорошее. Ну, концовочку чуть-чуть подсмазал. Ну, сколько поставит на эти задания? Шестера. То есть день уходит где-то 6,5 часов на тренировку. 6,5 часов. Это вот если мы берем, например, предсоревновательный период. Вот твой Санек прыгает, который тренируется, наверное, ними. Ух ты, молодец. Чуть-чуть набрызгал, но посмотрите, какая была вертикаль. Как он быстро крутится, я хотел бы заметить. Да? Вроде такой... Кругленький. Так может ему поэтому и легко крутиться? Но я надеюсь все равно, что он... Ну куда? Давай, да. 5 золотая середина. Соберется. Золотая середина. Куда? В какую сторону качнет? В сторону 10 или в другую? Ладно, поболеем. Ты смотри, молодчик. Молодчик, это он первый раз его на соревнованиях? Нет, он прыгает второй раз на соревнованиях, но пока еще даже на тренировках часто промахивается очень. Вот если парень, вот Санек сейчас сделает, допустим, классный какой-нибудь прыжок. Ну вот он втушил. Да ладно, втушил. Какие еще варианты есть? Ну, нет, я не буду. Нет, давай уж скажем, мы не по телевизору. Сейчас. Так, винты назад. 2,5 назад. Чуть-чуть подвинтил. Ножки чуть разлетели. 4,5 балла поставит ему. Да, так и есть. Да. Сложно. Да нет, сделает ли он просто достойно свою попытку? Итак, Санек. 2,5 с винтом, 3-0. Достаточно хороший в центре. Хороший сложный прыжок. Ой, молодец, молодец. Хорошо для своего возраста. Ведь совсем юные спортсмены. Санек занял второе. Все ли получилось? А мне соревнования понравились, и почти все, один прыжок только завалил. Ну что, Саша продемонстрировал очень уверенное, такое даже взрослое выступление, и остается ему пожелать только успехов и побед в сезоне 2017 года. Молодец.